Член Центрального штаба УНФ, заслуженный артист России Денис Майданов, встретился с инициативной группой жителей поселка Назарьево. В числе самых важных тем обсудили состояние дороги, которая связывает сетевой продуктовый магазин и СНТ «Алека» в деревне Лапино. Этот вопрос не только эстетики, но и безопасности жителей Назарьево. Эту проблему давно пора решать, отметил Денис Майданов.